Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Сегодня речь пойдет о моем гараже. Я бы его назвал «Гараж мечты». Я уже давно обещал своим подписчикам, что сделаю обзор своего гаража. Тем более я выпускал уже ранее видео, как я утеплял гараж, как делал скважину и так далее. Вы уже просили неоднократно показать, что получилось в итоге. Особенно это видео адресую Андрею Петриченко за его терпение, ну и многим подписчикам, которые спрашивали. Ну что, начнем обзор моего гаража. Ну что, смотрите, вот гараж, так сказать, внешний вид, его облик снаружи. Когда я приобрел, гараж был в ужасном состоянии, как соседний по высоте. Но я, так сказать, приподнял гараж, сделал большие ворота, с прицелом для буса, чтобы газель или бус могли заезжать туда. Зайдем вовнутрь, и вам станет понятно. Мы зашли вовнутрь, начнем обзор, так сказать, внутри. Видите, везде подшил я вагонкой. Здесь, в принципе, отделка сделана вагонкой. Я утепление производил по технологии ППУ. Утеплено вот по такой системе, видите. Толщина вот двери, толщина вот этого профиля пустотелой трубы 50. И видите, еще плюс 3 сантиметра. Тут утеплено буквально 8. Чтобы отделать ворота, нужно срезать, добраться до металла. Я решил оставить так. Есть у меня задумка, чтобы знакомые художники баллончиками нарисовали что-нибудь в тематику Кровмонтаж здесь. Вот. Кстати, вот видите, как действует ультрафиолет, потому что дверь открывается наружу. Видите, вот как действуют солнечные лучи. Практически ворота большее времени закрыты. Такой более свежий вид, да, пены, более белее. Это вот солнце и атмосфера действуют на пену. Но хочу сказать, в отличие от обычной пены, да, скажем, с баллончика, она не шелушится, она более, у нее большая плотность, 50-я. Сюда можно вкручивать саморез спокойно. И видите, она, ее даже не продавить. Другого варианта, как утепление ППУ, я здесь не видел для себя. Если сделать по моей обкатанной технологии, да, утеплить базальтовым утеплителем с использованием мембран, это одно. Но сделать вентиляцию довольно-таки трудно. Это невыполнимая задача, так как гараж является собой металлическую коробку. И вывести, так сказать, тем более гараж у меня буквой Г расположен. И сделать качественную вентиляцию подкровельного пространства не получится. И выбирая из многих вариантов, я все-таки пришел к выводу сделать здесь утепление ППУ. И как мне рекомендовал специалист, здесь мой очень хороший знакомый Михаил Кучеренков, который делал здесь утепление этого гаража. Он говорит, это будет как термос. Тут зимой будет очень тепло, при минимум затрат энергии, а летом наоборот прохладно. Здесь нигде нет ни щелей абсолютно. Все задуто пеной от и до, начиная от потолка и стены. При малейшем отоплении здесь нагнетается тепло довольно-таки быстро и держится. Самое главное, не покидает этого пространства. Сейчас я объясню, как я еще отапливаю гараж, как я решил проблему с этим. Поэтому вот еще раз, именно в гараже я вижу только утепление ППУ.
Вот эту часть я планировал, видите, потолки высокие. Здесь может, я уже прикидывал, заезжать газель или бус. Что в перспективе я планирую сюда ставить. Хотя, с другой стороны, я чувствую уже нехватку использовать это место. И так я его использую, как мастерскую. У меня есть задумки, какие-то приколюхи, жести полезные делать и с вами делиться. Вот в том углу у меня будет, я сделаю верстак, оборудую. Вот. Ну, мы и так здесь кое-что гнем, бывает. Вот еще, ребята, смотрите, мне сделали, так как у меня в подвале стоит скважина, вот выведена здесь труба полипропиленовая, видите, включается, отключается. И вот, ребята, мне так сделали хороший бонус. Я могу помыть машину. Вот, смотрите. Удобненько. Всегда можно освежить машинку. Красота. Буквально, даже если есть время в течение дня, всегда машинку можно взбодрить, освежить. За мойку все равно отдавать там каких-то 300-400 рублей. А приезжаешь, машина грязная, его просто здесь обдал водичкой, сбил грязь и порядок. Ну, вы поняли, да? Скважина в гараже — это вообще вещь обалденная. Да, вот, кстати, высокие ворота подразумевают, видите, какая длинная ручка, потому что до щеколды, до верхней не дотянуться, поэтому здесь такая, наварил мне сварщик длинную ручку. Это вот с подвала вторую мне сделал сантехник, второй выход, так как я планирую тоже здесь поставить типа рукомойника, тоже, потому что там со шлангом неудобно выбегать, мыть руки и так далее. А это вот уже типа моечки поставить или через стену тоже в другое помещение завести. Что тут? Ребят, полы сделал я из плитки. Довольно-таки большой. Ее размер тут 60 на 60. Светлая плитка сделала такое помещение нарядным, просторным. Потолки, кстати, потолки я сделал из фанеры USB. Фанера USB у меня была, в принципе, и даже долго думать не пришлось. Я взял и фанеру использовал и покрасил. Видите, такая структура получилась интересная. Покрасили мне два раза белой краской. От подвала свет сразу по левую руку включается. И там находится подвал. В подвале, ребят, скважина. Там, в принципе, ничего интересного. Такие запасы на зиму. Как я говорил уже, провинившихся кровельщиков будем сажать в этот зиндан. Вот станция стоит. Видите, поставили станцию. А вот скважина идет с под лестницы. Вот на эту станцию с накопителем, с гидроаккумулятором. И вот идет туда на мойку. А это вот сюда. Пойдемте зайдем в другое помещение. Так сказать, святая святых. Сейчас я сделаю потише. Вот, смотрите, я специально сделал двойные двери здесь. Для чего? Для того, чтобы мы используем здесь станки с перспективой. Можно, чтобы сюда закатить, например, фальцпрокатный станок, прокатывать какие-то длинные детали. У нас запас был там от самих ворот до этой точки. Здесь 12 метров. Здесь две машины по длине. Тут получается гараж на две машины. По длине две Волги спокойно заезжают. Еще есть место для верстака. И получается, прихвачен у соседа еще участок 6 на 3. И, в принципе, сосед, когда здесь люди достраивали, вот этот сосед отказался. И, в принципе, у человека, который я купил, он вот прихватил его участок.
Вот, друзья, смотрите, вы в Святая Святых. Здесь, так сказать, мужской клуб, одновременно и офис. Здесь я собираюсь со своими единомышленниками, делаем разбор полетов, что творится на объектах. Бывает даже здесь и клиенты заезжают в гости, общаемся тоже с потенциальными клиентами. Вот, это такая и зона отдыха, в том числе и мастерская. В принципе, этот гараж выполняет три функции одновременно. И офис, и зона отдыха, и как мастерская. Вот, видите, вот карта Московской области, кстати. Здесь все населенные пункты, деревни. Вот в центре Москва. Московская кольцевая автодорога. И Москва имеет структуру, как солнце. И кольцевая система здесь дорог. Здесь потом бетонка кольцевая, второе кольцо. Здесь потом еще одно кольцо. И лучи, как от солнца, отходят во все стороны. Вот шоссе энтузиастов идет на Казань, Ярославка на Ярославль, Новая Рига пошла на Балтику, Киевское шоссе на Киев, Симферопольское и так далее. Трасса Дон идет на юг и так далее. И здесь система в нашей столицы, от Москвы идут лучи, как от паутины, во все стороны. И вот всегда можно посмотреть, как, получив заказ, куда тебе нужно ехать, направление и так далее. Очень удобно. Приходится ездить очень много, бывает за день по 300 верст наматываем. Я и мои специалисты. Просто ради того, чтобы провести диагностику, сделать замеры и так далее, и так далее. Свет. Здесь у меня две клавиши всего. Сделан этот яркий мой плафон дневного света. И остаются боковые. И также эти выключаем. Можно менять. Эти подсвечивать. Да. Зимой здесь тепло. За счет чего? Хочу сказать, что теплые полы. Вот они регулируемые у меня. Кстати, занимают, кстати, берут энергии очень мало. В принципе, от температуры на улице я всегда могу выставить. Например, ну, на полную катушку выставляешь, когда очень зимой холодно. Вот эта зима первая показала. На максимально устанавливаешь деление. И потребляют электроэнергии довольно-таки немного. Там, я не знаю, 1,5 киловатта, может, максимум. При максимальной, так сказать, шкале. И довольно-таки тепло. Так, стяжка черновая была. Значит, потом идет покрытие, гидроизоляция, пеноплекс. И еще раз по пеноплексу фольгированная вот гидроизоляция с теплым кабелем, с обогревом пола. В принципе, на эту площадь. И опять делалась небольшая стяжечка с плиткой. Здесь, в принципе, пол так устроен. Зимой, в принципе, очень тепло. Так как это помещение, в принципе, довольно-таки герметично закрыто, я говорил, что утепление ППУ здесь, здесь тоже нужна вентиляция. И я ее продумал. Она принудительная, видите, вот. Один вентилятор, он подсоединен к электрике, и при включении света, вот слышите, гудит. Вот. И при включении света он автоматически включается, и, так сказать, циркуляция воздуха происходит. Там на крыше у меня стоит два грибка, и в этом месте также. Ну вот, смотрите, инструменты. Ну здесь такое, я бы не стал тут хвастаться, ничего особенного нет. Вот, это оборудование для пайки. Здесь, в принципе, много на объектах. Ну и так, я держу самое необходимое для себя. Это вот металл разных мастей и расцветки, и по качеству. Да, у меня часто спрашивают, кто заходит сюда, что это такое. Ребят, это ржавый, обычный ржавый гвоздь.
ничего особенного. Ну вот я почему-то, у меня такой бзик. И этот гвоздь именно символизирует собой то, что не надо забывать, какая производительность была много-много лет назад, что сейчас вот просто купил на рынке, и все есть в наличии, много инструмента под рукой и так далее. Но представьте, что лет 300-400 назад, пользуясь подручным инструментом, электричества не было, мастера пилами, двухручками, там, топорами делали корабли, и на этих кораблях переплывали океан. Я просто снимаю шляпу. Вот это мастерство, я считаю. Минимум инструмента делать такие вещи. Вообще, я к инструменту, наверное, вы заметили, я отношусь спокойно. Кто-то меня там критикует, там Makita или там Hilti должно быть обязательно почему-то. Мне вообще плевать. Я считаю, что для нас, я считаю, что ключевой момент — это руки в первую очередь. А инструмент должен быть в первую очередь удобен для человека, который с ним работает. Вот предпочитает человек там определенную марку инструмента, пускай работает. Я вообще к инструменту отношусь спокойно. Одно дело для себя, когда ты показываешь в YouTube, накупил инструмент и показываешь, что ты им работаешь. Другое дело — компания. Здесь нужно ставить разграничение, потому что одно дело, ты покупаешь супер дорогой качественный инструмент для себя, который у тебя он стоит, ты им только пользуешься и от этого кайфуешь. А другое дело, когда компания. Уже практика показала, у нас, допустим, у меня, когда я работал, штиль, бензопила ходила два сезона, практически полтора-два сезона до первого ремонта. Естественно, я за ней следил, за цепью ее чистил и так далее. Здесь же покупаешь дорогую штилевскую бензопилу, отдаешь в бригаду, через два объекта ее прораб везет в ремонт. Просто у меня сколько раз так было, я наугад беру бензопилу, еду на дачу, ее не могу завести. Там мне нужно какие-то там попилить дрова или еще что-то. Это говорит о том, что в бригадах у монтажников бензопилы ходят по рукам. Кто-то там забыл масло налить, кто-то еще что-то. Там она забилась, объект сдали, инструмент сдали, деньги получили, уехали, так сказать, до следующего объекта. Тут есть такой элемент, понимаете, не свое, не жалко. Поэтому я стараюсь покупать своим монтажникам средний инструмент, но качественный, который уже проверенный и в ремонте и так далее. Ну и недорогой, потому что инструмент тоже имеет свойство биться, там падать с крыши, шуруповерты. Это частенько бывает, между прочим. Так что вот этот гвоздь, ребят, я просто преклоняюсь перед мастерами давних времен, как они работали, да, пилами, двухручками, топорами, какие делали вещи. И вот напоминание об этом, вот этот гвоздь висит, ржавый гвоздь. Бывает, приходится здесь тоже поработать, пообщаться. Здесь мы с друзьями, с фанатами кровельного дела, с единомышленниками частенько собираемся, производим разбор полетов, обсуждаем какие-то новости, строим планы и так далее. Вот, в принципе, такой гараж, ребят. Я долго вынашивал идею вот такого гаража, в котором было бы приятно находиться. Потому что сам я человек, люблю часто помастерить, чем-нибудь заняться и так далее, чтобы это было и тепло, уютно, и так сказать, получать от этого удовольствие. Итак, спасибо за внимание. Надеюсь, вам был интересен обзор моего гаража, так сказать, и зоны отдыха, и, так сказать, и работы одновременно. Следите за нашими видео. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока!